В каждой деревенской избе были предметы домашнего обихода для хозяек, которые варили борщи, варили кашу, толкли картошку. И для этого использовали чугунки, обычные чугунки, чугун, чугунка, как их называли, чугунок. Это чаша такая, чаша, похожая на вазу, но которая калилась в печи, в русской печи, а для этого хозяйки брали так называемые ухваты. Ухваты захватывали горшок и заносили и ставили на горящие угли. Когда пища поспевала, хозяйка вынимала из печи приготовленную еду. В нашем музее находится несколько ухватов, и, конечно, они уже представляют определенную коллекцию для нас, начиная с самого большого ухвата, да, и заканчивая самым маленьким ухватом, видимо, для мелкой посуды. Но, как правило, ухваты имели деревянную ручку, заостренные два конца железных для того, чтобы захватить горшок и поставить его в печь, и обязательно деревянную ручку, потому что металлическая ручка горячая, хозяйка не могла взяться за нее. А вот за деревянную ручку она бралась и подхватывала горшок и ставила его в русскую печь.